так мучилась, что мне хотелось кататься по полу. Но стоило мне услышать твой голос, как мне стало хорошо и спокойно. Вместо сцены на время пандемии – собственная комната. Но все по-настоящему. Костюмы, грим, декорации из того, что есть. Репетиции каждый день. Отшучиваясь, актриса говорит, первыми о постановке узнали ее соседи. Это, конечно, новый формат. Я первый раз так этим занимаюсь. Но могу только сказать, что я очень скучаю по сцене. Ну, пару раз сосед снизу приходил. То есть он говорил то, что топайте, топайте, шоркайте, хватит. Это новый формат Screen Life. Весь спектакль – экран телефона или компьютера, а действие – онлайн-конференция. Креативу – одна помеха – постоянные перебои связи. Если вначале хотели провести спектакль в прямом эфире, то теперь актрисы записывают дубли, выбирают лучшие и монтируют, как в кино. Все в новинку, и хочется сделать хорошо, и нет рядом партнера, и нет рядом орущего режиссера по духу. То есть как бы все это по-другому, но все равно хочется сделать какую-то качественную историю. Поэтому волнение у всех есть, и на волнении, собственно, получается мобилизация сил. Тема, кстати, злободневная. Монолог разбитых сердец у телефонной трубки. Гудки ожидания, как недостаток живого общения, особенно в условиях самоизоляции. Если в былые времена можно было встретиться, забыть обещания, помириться, полюбить друг друга, то во времена соцсетей все, что кончено, то кончено. Уже нет живого общения и уже нельзя ничего вернуть. И поэтому она показалась мне супер актуальной в наше время. Для всех пяти исполнительниц тема близка, вне зависимости от возраста. Одна эту боль уже пережила, другая бьется в закрытую дверь. Войти в роль, говорят актрисы, было несложно, хотя некоторые из них играют своих противоположностей. Куда больших усилий стоило освоить технологию. Впрочем, это может пригодиться. Новые формы будут развиваться. Я думаю, что в интернет уйдет какая-то часть, но без сцены, без живого зрителя, конечно, театр не может, это уже доказано, потому что кино – это кино. Но специально, конечно, мы не будем заниматься этим видом искусства, поскольку встреча зрителя и артиста, зрителя и музыканта – это прежде всего живой взаимообмен энергиями, чувствами. Но эксперимент состоится. Уже в эту субботу онлайн-спектакль можно будет посмотреть в интернете на страничке театральной мастерской «Home Artisticus» в 8 вечера. Театральный сезон, который начинается с вешалки, в этом году завершится объективом камеры смартфона. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.